Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Екі апта ішінде өз кәсібін сүй деген жоба жарияланып, мыңнан астам қатысушыларды жинады. Біздің коммуникация қызметі осы бастаманы қолдайды. Біз бүгін алаңға өз кәсібін сүй жобасын жетекшілерін шақырдық. Уважаемые коллеги, почти две недели назад в Казнете активно продвигается проект «Люби свое дело», уже объединивший около 1000 участников. Можно сказать, что эта акция стала интернет-эстафетой для тех, кто любит свое дело, кто хочет рассказать о нем. Эстафета объединила представителей самых разных профессий. От журналистов, учителей, инженеров, сантехников, пожарников, водителей, госслужащих, артистов, спортсменов и многих других. Так от одной профессии к другой создается цепочка людей, которые ценят и любят свою работу. И сегодня мы пригласили инициаторов проектов «Люби свое дело», выпускника программы «Болашак» Диаса Издаулетова, известного блогера Жомарта Амирханова. Также у нас в гостях директор детского телевизионного канала «Балапан» Ляйля Султанқызы, президент Федерации ММА в Казахстане Анатолий Ким, лучший педагог 2015 года Рахимова Гульнар Мизимбаевна, а также детский врач первой категории Жанайдарова Светлана Аманжоловна. Уважаемые гости, добро пожаловать и, пожалуйста, кто начнет? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сөз бергендеріңізге рахмет. Бұл жобаның идеясы кенеттен пайда болды. Менің достарымның ішінде әр түрлі маман иелері бар. Достарымызбен кездескен кезде жұмыстан алған тәжірибелер мен әсерлер жайында ылғи бөлісіп жатырмыз. Өз жұмысымызды не үшін жақсы көретінімізді туралы бірнеше рет сөйлескенбіз. Осылайша өз кәсібімді сүй жобасы пайда болды. Идея запуска проекта родилась спонтанно. Среди моих друзей люди разных профессий. Во время наших встреч мы часто обсуждаем и говорим о том, почему мы любим и любим то дело, которым мы занимаемся. Так и появилась идея о создании проекта «Люби свое дело». Работа – это часть нашей жизни. От того, как мы относимся к ней, от того, с каким настроением мы туда идем, зависит наше душевное состояние и то, как она у нас получается. И, по-моему, это и есть одна из главных составных частей нашего большого жизненного успеха. Все профессии важны и нужны в нашей жизни. Будущее нашей страны, ведь будущее нашей страны зависит от каждого казахстанца. Сейчас в нашей стране проводятся большие обновления всех сфер жизни. Мы строим новые транспортно-логистические центры, дороги, строим новые заводы, внедряем инновационные технологии. Реформы, 5 реформ главы государства дают всем нам, каждому молодому казахстанцу, возможность найти свое любимое дело. Ведь без любимого дела успех невозможен. Наверное, сейчас только ленивый не говорит о кризисе. Я учился в Китае, и слово «уэйджи», что с китайского переводится «кризис», имеет в себе два составных значения иероглифов. Это опасность и возможность. Я думаю, что кризис – это большая возможность. И каждый из нас сейчас имеет большую возможность помочь своей стране. Не случайно наш президент говорил, что нынешнее время – это время талантливых, уверенных и упорных людей, время людей, умеющих мечтать, и время людей, имеющих волю воплощать свои мечты в реальность. Наверное, в этом и заключается суть нашего проекта. Отдельно я хотел бы поблагодарить всех участников нашего проекта за тот короткий промежуток времени, который они помогли нам, которые продвинули наш проект. И хотел бы передать слово своему другу, известному блогеру Жомарту Амирханову, без которого проект «Люби свое дело» не зажил бы в интернете и социальных сетях. Спасибо. Спасибо, Диас. Мы выбрали самый простой и доступный формат для интернет-акции. То есть пользователи записывают видеоролики на свои мобильные телефоны и опубликуют на своих страничках в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Инстаграме с единым хэштегом на государственном и русском языках «Люби свое дело», «Өз кәсібіңді сүй». Наш проект превратился в масштабную интернет-акцию, которую поддержали казахстанцы. Они обращаются друг к другу с вопросом «Любишь ли ты свое дело?». Нами был создан YouTube-канал, на котором мы агрегируем самые лучшие видеоролики пользователей социальных сетей. Уже более 200 роликов опубликовано. Всего же в социальных сетях пользователи выложили уже более 600 роликов с общим охватом более 30 000 просмотров.
Проект не получил бы такого широкого освещения без поддержки наших звезд, которые приняли активное участие. Это Хайрат Нуртас, Али Окапов, Мурат Абенов, а также присутствующие сегодня Ляля Сутанхызы, Анатолий Ким. Спасибо вам. Широкий отклик мероприятия получило также в регионах, особенно в таких областях, как Северо-Казахстанская, Карагандинская и Кызылординская. Меня удивило, что поддержка идет от специалистов самого различных профессий, от работников социальной сферы, врачей, учителей, до рабочих, нефтяников, металлургов, машинистов. Когда просматриваешь эти видеоролики, понимаешь, что в нашей стране очень много увлеченных своей работой людей, которые вносят вклад в развитие нашей страны. Наша акция продолжается, и у каждого казахстанца есть возможность рассказать о том, за что он любит свое дело, рассказать о своей профессии. Присоединяйтесь к нашей акции. Благодарю вас. Следующее слово хотел предоставить директору детского телевизионного канала «Балапан» Ляля Султанқызы. Сізге сөз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, армысыздар, әріптестер. Шындығында жапандықтар айтады, үштен кейін кештен. Кішкентай баланы бір бөлмеге кіргізіп, қай мамандықты таңдайсын десе, бала кішкентай кезінен өзінің кім болатынын анықтап алады екен. Ол өрт сөндіруші бола ма, немесе оған көлік жүргізушісі бола ма, құрылысшы бола ма, өзінің басында ойнайтын ойыншықтарына да байланысты екен. Бұл акция жайында алғаш естігенде, біріншіден шындығы керек журналистика саласында 20 жыл болады екен келесі жылы келгеніме. Мінекей бір адамдардың ықпалы болады. Жеке менің өз басымда мұндай ықпал еткен адамдар менің өзімнің әжем және де қазақ тілі әдебиеті апайымыз еді. Өйткені ол кісі түрлі олимпиадаларға кейде бар да бар деп жіберіп отыратын. Мінекей соның арқасында шығар, мамандықты дұрыс таңдай білу керек. Ал енді әрбір атана қазіргі таңда көкірегі ояу, барлығын білетін атана өзінің баласының кім болған кішкентайынан құлағына құяды. Қарап отырсақ, біз қазір көзіміз ашық, бәрін білеміз. Мінекей дұрыс мамандықты кішкентай кезінен таңдай білсе, бала сол мамандықты сүйіп өссе, сол мамандықты таңдап соның жолын қуса, кейін болашақта биік шыңдардан шығатынына менің күмәнім жоқ. Ең бастысы, ата-аналардың тарапынан өзінің баласына деген сенім керек және еркіндікті беру керек. Мен өз еркімен таңдағаннан кейін бұл мамандықты қазіргі таңда мен кәсібімді сүйемін, мен осы кәсіптің арқасында осындай жағдайға жеттім. Осы таңдаған мамандығым маған мен үшін айтқанда бақытты елге айналдырып отыр. Мен сүйікті жар екі баланың анасымын және дегі жұмыс басты келіншекпін. Былайша айтқанда кәдімгі бір қыз баланың арманының барлығын бәрін мен бойымнан табуға болады. Сондықтан бір-бірімізге септігімізді тигізейік, бір-бірімізді жетелейік, бір-бірімізге көмектесейік. Мамандықты дұрыс таңдауда өз кәсібіңді сүйуде. Сізге көп рахмет. Анатолий, пожалуйста, вам следующее слово. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотел рассказать о своих ощущениях, когда мне предложили поучаствовать в этом проекте. На тот момент, когда поступило такое предложение, у меня не возникло, наверное, ни грамма сомнения в том, что этот проект уже давно необходим, и я очень обрадовался, что именно стартовала такая акция, еще и в соцсетях. Потому что мы сами сторонники организации всякого рода эстафет на спортивную тематику, и у нас уже был такой опыт, когда нас поддерживали очень бурно в соцсетях, и мы запускали различные акции, направленные на здоровый образ жизни. И вот в это время, я думаю, как никогда важно действительно напомнить нам всем, что каждый из нас должен быть профессионалом своего дела. А чтобы быть профессионалом в любом деле, нужно любить это дело действительно всем сердцем. На своем опыте жизненном я могу тоже поделиться, что когда-то, будучи молодым специалистом, получив образование юриста, я пошел работать на государственную службу. Честно сказать, на тот момент я тоже не связывал свою судьбу, но так случилось, что я попал в правоохранительную службу и отдал этой службе практически около 15 лет. Довольно-таки успешную карьеру строил, и мне это очень нравилось. Я понимал, что я на нужном месте, приношу пользу обществу, и это меня вдохновляло. В то же время спорт никогда не отпускал, и весь этот период я занимался, продолжал заниматься спортом активно, а вот последние годы уже начали заниматься общественной деятельностью и развивать спорт. И вот тогда действительно эта, так скажем, любовь детства, она захлестнула лично меня и моих друзей-сподвижников.
И тогда было принято решение все-таки полностью посвятить себя спорту. И я думаю, что это было правильное решение. Хотя на тот момент принять его было достаточно сложно, потому что все-таки за плечами годы успешной карьеры, какие-то, наверное, какая-то стабильность в жизни и так далее. Многие не понимали, куда ты идешь. И я сам, честно говоря, слабо это представлял. Были амбиции, были какие-то цели и задачи, но был и страх одновременно того, что смогу ли я на этом месте чего-то добиться. И опять же, здесь явилось, наверное, основополагающим для нашего успеха. Это то, что мы любили свое дело. И в частности, я поверил в это. Я прислушался своего сердца. Сердце мне сказало, ты должен заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. И сегодня мы все видим результаты. Буквально за несколько лет Казахстан сделал прорывной шаг, я так считаю, в развитии ММА в Казахстане, смешанных единоборств. Сегодня день мы занимаем лидирующие позиции в мире. Первое место в Азии, второе в мире. Эта площадка становится уже не первый раз для освещения наших успехов. Это нас очень радует, вдохновляет. И в чем смысл этого всего? Что бы я хотел сказать? Важно, чтобы каждый человек, находясь на любом месте, где бы он ни был, он не отбывал роль просто свою, да? Не работал только ради того, чтобы ради какого-то благополучия мнимого. Но если сердце не лежит, то дело никогда не пойдет. И если каждый из наших казахстанцев будет на своем месте любить свое дело, делать его с душой, то, я думаю, любые задачи нам по плечу. Поэтому хочу пожелать всем, чтобы вы не боялись прислушиваться зова своего сердца, чтобы вы шли туда, куда оно велит. И тогда и мы вместе с вами придем к успеху. Спасибо. Благодарю вас, Анатолий. Следующее слово я хотел предоставить лучшему педагогу 2015 года Гульнар Мизимбаевне. Пожалуйста. Хайрлы күн. Ойма өлім жолдары түсіп отыр. Мұғаліммін, қарапайым, жаядаммын деген. Мен мұғаліммін. Бұл сөзді мен қай кезімде болса да мақтанышпен айтамын. Жаңа Ләйлән Сұлтан қыз айтып отыр ғой, мамандық таңдауыма қазақ тілі әдебиеті мұғалімінің септігі дейді деп. Сондай сөздерді естігенде қалайша осы мамандықпен мақтанбайсың? Ал мамандық таңдаған кезде біздің кезімізде мұғалімнен қымбат, мұғалімнен қасиетті, одан керемет мамандық жоқтын. Біз үлкендердің батасын алғанда мұғалім бол дейтін бізге. Ойын ойнаймыз, мектеп ойнаймыз. Мен үнемі сонда мұғалімнің рөлін ойнайтынмын. Енді бүгінгі таңда мұғаліммін. Мұғалімді қорықпау керек таңдағанда. Мен жастардың ортасынан, әсіресе ер жігіттердің ортасынан мұғалім шыққанын қалар едім. Еңбегің еленсе, ол да қуаныш екен. Біз мұғалімдер бала сияқты ойлаймыз, бала сияқты қуанамыз. Былтырғы жылы үлкен жетістікке жеттім. Астанаға келдім, бұрын ауыл мектебінде жұмыс істедім. Осында келгенде еңбегім еленіп, республикалық сайыста үздік мұғалім атағын жеңіп алдым. Бұл маған қанат бітірді десем де болады. Сондықтан да мұғалімдік бұл жай мамандық емес. Біз өз бақытымызды 1 қыркүйек күні баланы қарсы алып, 25 мамыр күні шығарып салғанда, ой шіркін-ай, қандай тамаша мамандық иесі дейміз. Сондықтан да жастарға айтарым, қандай мамандық болса да шын жүрегіммен тілеу керек. Ал бала кішкентай кезінде бастауыш сыныпты мұғалім болғысы келеді. Ал оны біз өлтіріп аламыз ондай арманды. Сондықтан да ешқандай мамандық кемдігі жоқ. Бірақ енді әркім өз мамандығын сүйсе, сонда ғана нәтиже береді. Мен мұғаліммін, соған мен мақтанамын. Сізге көп рахмет. И последнее слово я бы хотел предоставить детскому врачу первой категории Светлане Аманжоловне. Пожалуйста. Добрый день. Приглашение. Я узнала про акцию «Люби свое дело» через интернет и решила поддержать. Я люблю медицину и детей с детства, и еще со школьной скамьи осознанно выбрала профессию детского врача. Без любви к детям профессия детского врача невозможна. Дети – это высшая ценность общества. Поэтому я, так как я очень люблю детей, я всегда с удовольствием каждый день иду на работу с удовольствием. Всем хочу пожелать крепкого здоровья и участвовать в конкурсе «Люби свое дело». Благодарю. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что данная акция не оставила никого равнодушным. Эта акция заставила многих задуматься и обратить внимание на те вещи, на которые мы не обращаем внимания в нашей повседневной, суетливой жизни. Я бы тоже хотел сказать, что я люблю свое дело. Каждый день я прихожу на работу
и знакомлюсь с новыми интересными людьми. Каждый день я узнаю что-то новое. И самое главное, что я чувствую себя в эпицентре самых важных событий для нашей страны. Скажите мне, а вы любите свое дело? Уважаемые коллеги, а теперь перейдем к вопросам. Если будут желающие, пожалуйста, поднимайте руки. Наши коллеги передадут вам микрофон. Бинюс, пожалуйста, первый вопрос. Бинюс, а вы любите свое дело? Да. Диас, к вам вопрос. В начале брифинга вы сказали о том, что упомянули о 5 институциональных реформах президента. В своем послании глава государства сказал о бесплатном техническом образовании. Идет большое внимание техническим профессиям. Насколько эта акция может помочь в популяризации технических профессий? Спасибо. На текущий момент, как уже сказал Жамар, большое количество людей, что это нас приятно удивило, именно технических профессий, которые участвуют. Там есть и нефтяники, есть и металлурги, есть представители уже современных технических специальностей, как IT. То есть большое количество людей уже активно занимается этой деятельностью, продвигает ее в стране, и тем самым, получается, кирпичик за кирпичиком строит наше светлое будущее. Я думаю, что нынешнее время – это время больших возможностей, так как нам предоставляется большая возможность поучаствовать в таких проектах, как Нурлыжол, в строительстве транспортных магистралей, колоссальный проект, поучаствовать в проектах индустриализации, то есть в строительстве новых заводов, новых объектов, новых производствах. Все это вкупе дает, несомненно, даст большой мультипликативный эффект и позволит нам не только преодолеть текущий кризис, но и вывести нашу страну на качественно новый уровень и тем самым добиться заветной мечты войти в тридцатку самых развитых стран мира. Спасибо. Спасибо вам. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, Казрадио. Дина Жанабекова, Казрадио. Здравствуйте. Анатолий, вопрос к вам. Вы возглавляете Федерацию ММА в Казахстане. И скажите, что доставляет удовольствие вам в вашей работе? И есть ли у вас какие-либо планы, какая-либо миссия по развитию спорта в Казахстане? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, находясь на этой работе, работы вообще ее назвать сложно, потому что действительно это любимое дело. И от этого я получаю колоссальное удовлетворение. Я занимаюсь этим от всего сердца, от всей души. И, наверное, самой большой радостью для меня, и не только для меня, но и для всех нас, является то, когда наши ребята поднимают флаг Казахстана на мировой арене. Когда мы выезжаем за рубеж, и когда мы видим наш этот успех, когда звучит наш гимн, я думаю, большего... Вот это чувство патриотизма, о котором мы много говорим, оно почему-то просыпается именно там. И ты действительно начинаешь ощущать себя по-настоящему патриотом своей страны. И именно в сравнении познается, наверное, то, что дает тебе твоя страна, в которой ты живешь, и любовь к ней. Наверное, просыпается там, потому что мы всегда, и раньше у меня были такие мысли, что где-то хорошо там, но это обычно бывает по молодости, да. И вот сейчас мы ездим по миру, смотрим на это все дело, и мы понимаем, насколько действительно у нас много в стране того, чего мы порой не ценим. Это в первую очередь наши люди, и вот, и это мне доставляет большое удовольствие, то есть, когда я вижу рост, когда я вижу, как наши дети, наши воспитанники растут, над собой в первую очередь, когда мы получаем прекрасные отзывы от родителей, которые, отдав ребенка в спорт, подчеркивают, какие изменения происходят в жизни детей наших. Вот это самое большое удовлетворение. И именно это и есть наша цель. Наша цель – это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спорта. И то, чтобы у нас действительно, как и говорит глава государства, мы воспитали достойную, сильную нацию. И вот это самая большая цель. Если мы этому будем способствовать, то эта работа нам никогда не надоест. Спасибо. Казинформ, пожалуйста, следующий вопрос. Евгений Федотов, Казинформ. У меня вопрос. Есть ли среди участников вот в этой акции представители каких-то редких или, может, необычных профессий? Спасибо. Благодарю вас. В принципе, каких-то особо необычных, редких профессий не было, но были интересные именно вот рабочие профессии, вплоть до пекарей, то есть инженеры, операторы там, нефтеперерабатывающих заводов,
там даже мастер изготовления очков, там сфера услуг очень активно приняла, продавцы, официанты и так далее. То есть разброс профессий и специалистов был очень широкий. Все слои, получается, все со всех сфер и со всех отраслей приняли участие. Благодарю вас. И, пожалуйста, последний вопрос. Юрий. Добрый день. Вот мой вопрос к Ляйле Султанхазе. Вот вы работаете руководителем телеканала «Балапан». Стремились ли вы пойти работать именно в сферу такой вот, что связано с детьми? И в чем вы видите пользу своей работы? В чем видите цель, возможно, миссию? Спасибо. Спасибо. Когда я выбрала именно эту профессию, естественно, меня больше интересовала культура, именно шоу-бизнес Казахстана. Это, мне кажется, мечта каждой девушки на данный момент, которая 15-16 лет хочет быть на сцене или близко к этой сцене. И прошло время, вышла замуж, и у меня уже другие приоритеты. Естественно, когда мне предложили эту работу, у меня был вопрос. У меня двое детей маленьких, я все каналы пересмотрела по всему миру, какие есть только детские, и я четко знала, что нужно детям. Я понимала, под какую музыку они любят танцевать, я понимала, какую программу они хотят посмотреть. Естественно, начала просто узнавать, исследовать эту область. И с удовольствием согласилась. Мне кажется, это в первую очередь как мама, моя миссия, дать правильное воспитание своим детям, естественно, маленьким детям-телезрителям, которые смотрят телеканал «Балапан». Благодарю вас. Уважаемые коллеги, на этом время нашей работы подошло к концу. Я благодарю вас всех за активное участие. Призываю всех вас любить свою работу, участвовать в нашей акции. На этом мы завершаем нашу работу. До скорых встреч.